А что, было бы здорово, платишь там 250 рублей за участие, короче, платишь. Ну, 1000, и 4 разные команды с одними и теми же участниками, с разными названиями. Да. Отличную дырку мы нашли, эксплойт нашли, мне кажется. Чем больше зарегистрировался, тем больше шансов победить. Нина не успевает поднять лаунчером после удачно заблоченной последней ножки. И вот то, о чем говорил Синеман, на реакцию нереально трудно. Я выучил, он говорил, что это 24 фрейма. Боже, я должен выпендриваться этой информацией. Это 24 фрейма, это было невозможно. Это было невозможно. Это 1/3 секунды. Да? Ну, в секунде 60 фреймов. Нифига себе. Выходит в броска. Такая пощечина медвежонка. А знаешь, что такое кума? Кума? Да. Нет. Ты не поверишь, но по-японски это просто медведь. Я думал, что это имя какое-то такое. Кума. Оказалось. О, только мы сказали, он услышал нас. В этот раз он заблокировал. Или все-таки ожидал действительно этого удара. Не знаю уж. И здесь, да, как он говорил, что нужно только медами расправляться, никаких нижних, когда он в стойке стоит перед вами. Интересно, он полез. Кстати, у Анны и у Нины есть перехват универсальный, в отличие от кинга, то есть и ручки, и ножки может тоже перехватывать. И вот. Но проигроки не рискуют, видимо. Ну, в отличие от Аски, там окно-то небольшое. Окно небольшое, но знаешь, когда все-таки, может быть, даже и лучше стоит. Ну, это очень хорошо на читании, понятно, чтобы их юзать действительно. И снова командный бросок, в котором ржет Брайан. Стеночки. О, не поднял, но достал каким-то образом. И все, сейчас вылетает. Практически. Анна и Вильямс, если хоть малейший удар попадет в нее. Да. Он попытался, он думал, что чуть раньше пойдет вот эта штуковина.